Сегодня день ВДВ. Праздник отметили и во Владикавказе. Торжественный митинг, автопробег и никакого купания в фонтанах. Об элитных войсках российской армии в репортаже моей коллеги Гарины Григорян. Никакого крови нас! Слава ВДВ! Ура! 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 Никто, кроме нас. Такой лозунг сегодня слышен по всей республике, и все знают, они, воздушная элита, отмечают свой профессиональный праздник. День ВДВ начался с митинга у бюста командующего воздушно-десантными войсками СССР Василия Маргелова. По традиции возложили цветы и к могилам своих павших товарищей, к памятнику защитникам Осетии на окраине поселка Редант в Афганском парке. Вспомнили всех, кто в горячих точках был в первых рядах, защищая родину. Стараемся всегда отмечать этот праздник, праздничное, с торжественными мероприятиями, автопробегами. Наша служба ВДВ – самое святое, что у нас есть. Без купаний в фонтанах обошлись. Говорят, не по-мужски это. Вместо них автопробег. Впереди колонны – раритетный бронетранспортер БТР-40, который общими усилиями восстановили сами десантники. А в нем воспитанники юнармии и дети десантников, которые точно знают, что хотят пойти по стопам отцов. Я хочу стать десантником, чтоб, когда я вырасту, я прыгал с парашютом, как папа! И теперь такой шанс в будущем у них есть. В этом году впервые за последние 10 лет вновь открыт набор для новобранцев воздушно-десантные войска. Планируют отобрать 20 самых лучших и выносливых. И по сей день в эти войска стремятся попасть юноши, готовят себя к этому, зная о том, что какая там нелегкая служба. В этом году мы... Как вот сейчас на митинге говорили, в этом году мы будем отправлять первых 20 человек, которые пройдут отбор. Ну, естественно, с каждым годом ряды союзов десантников Осетии будут пополняться молодыми, энергичными, перспективными. Будущие бойцы элитного подразделения проходят подготовку здесь, на аэродроме ДОСАВ. Здесь они прыгают с парашютом и осваивают профессиональные навыки. С возрастом уже понимал ответственность, насколько, да, это ответственно быть десантником, я не знаю. Я готов, я хочу быть десантником. Мы готовимся и надеюсь, что пойдем служить. Здесь каждый год проходят показательные выступления. Прыгают как действующие десантники, так и ветераны воздушно-десантных войск. Из-за дождя традицию пришлось нарушить. Показательных прыжков с парашютов сегодня не было. Вместо них показательные выступления роты десантной разведки. Ребята демонстрируют свои умения, которые в любой момент готовы применить на практике. После показательных выступлений церемония награждения медалей и ордена ветерана ВДВ. Галина Григорян, Заур Кудзаев, Новости Осетии.